Мы прибыли на место, и здесь мы будем строить землянку. Считаю, что это место подходящее, так как оно находится вдали от населенного пункта и от дороги. Как вам это место, ребята? Еще мне оно кажется очень удобным, потому что здесь неподалеку находится мое озеро, которое я нашел секретное. И потом запустим туда рыбу, а сейчас будем строить землянку. Крыша будет у нас накрыта впоследствии мхом. Сейчас нужно выкопать яму, здесь выровнять для начала вот эту стенку. И попробуем сделать такие ступени ровные. Сверху земля промокла, так как дождь сейчас был. А под низом сухой песок, копается в принципе несложно. Корни пока мне не попадались. Надеюсь, что будет копаться легко. И мы ее выкопаем как можно быстрее. Посмотрите, ребят, что уже у меня получается. Как здесь было, да, изначально и сейчас. Час где-то копаю. Посмотрите, вот кучу уже какую набросал песка. Ну, в принципе, формируется, я говорю, вот уже хоть что-то такое вырисовывается. Будет небольшая землянка. Видите, здесь размер, ну, примерно 1,5 на 2 будет где-то по размеру. Сейчас. Фух. Вот здесь стол буду ставить. И, наверное, может, он там еще. И, короче, вот так вот буду здесь укладывать бревна. И вот здесь стенку хочу сделать. А отсюда вход. Ну, а там внутри посмотрим потом.
Копал один столбик. Ребят, вот это видите, ямка, вот я не стал здесь закапывать, потому что этот слой еще и песка сниму, сделаю чуть глубже еще. Потом вот сюда надо будет столб поставить, и начнем вот с этой стороны вот так укладывать стенку из коротких бревнышек, присыпать землей. Ну, соответственно, целлофан какой-нибудь поставим или брезент. Я весь процесс, как я копал, снимать не стал. Сейчас просто покажу, что под конец дня у меня уже здесь получилось. То есть вот так вот я выкопал такую яму пока что. Установил один столбик. Ну и продолжать теперь в следующий раз буду. Как приеду, как смогу приехать. Кому понравился мой новый проект «Землянка», ставьте лайки под этим видео, подписывайтесь на канал, будет много интересного. Будем продолжать строить эту землянку и в результате увидите, что здесь получится.